bouncing and hopping, nigga, you can't stop. Bounce. Здорово, мужики, с вами канал Пресс ТВ. Сегодня у нас большой эксперимент. Дымоуха из арбуза. Высыпаем в нашу аммиачную селитру. Теперь нужно добавить воды. На 1 килограмм аммиачной селитры понадобится 2 литра воды. Размешиваем. Дорогие друзья, мы сейчас будем обмачивать газеты в аммиачной селитре. Для нас прошел час, для вас буквально 6-7 секунд. Вот наши высохшие, ну почти высохшие газеты. Так что сейчас пойдем резать арбуз. И все готово. Все заебало. Итак, прошли сутки. Сейчас будем подготавливать наш арбуз. Режем наш арбуз посерединке. Ой. Как у моей бывшей. Прочистили мякоть нашего арбуза, сейчас будем его набивать газеты и делать все, что мы хотели, в общем. Это пар. Сейчас будем укладывать нашу фольгу для того, чтобы создать, так сказать, непроходимый слой для дыма. Придется вообще жить. Так. Сейчас мы заклеиваем, чтобы облегчить нам работу и, в принципе, вообще облегчить нам жизнь. Мы делаем огромную плюху. Ай, солнце. Ну что, сейчас будем укладывать бумагу, газеты наши высохшие. Еще будем, помимо, которые смазаны в аммиачной селитре, складывать, будем еще складывать самые обычные, простые, которые просто горят. Это простые, которые просто горят. Мы наполнили наш арбуз газетами и готовы уже поджигать. Направляемся в место, где будем делать эту дымовуху. Вот он, долгожданный момент. Сейчас будем зажигать спички. Наши спички. Сейчас будем поджигать. Ну что, поджигаем. Дымовуха у нас получилась, как бы. Дыма, конечно, не столько, как мы хотели, но достаточно. Это же арбуз, что вы хотели. Еще и наши криворукие физиономии. Поэтому и получился вот такая штучка у нас. Не, ну посмотри, дыма-то много. Все задымлено. Сейчас пожарные приедут. Это была концовочка уже. Даже это сейчас концовочка. Он немножко еще дымится, но сейчас мы будем его бить. Ну, горяченькая такая, нормальная. Аммиачная селитра. Господа, это надо убрать, да. Сейчас мы это все будем убирать, чтобы вы там ничего не говорили, загрязнение природы там. Все, понесли. Вот тут мы свалочку нашли. Вот, но это все убирают, наверное. Как минимум, лес будет загрязнен только в этой части. То не будет. Ну что, вот выпуск у нас закончился. Наш, ждите новых видео, подписывайтесь на канал и всем пока.